Скажите, можно? Внимание! Камера, мотор, фильм. Вдруг навстречу Джимми идет прекрасная девушка-индианка. Она скромно закрывает свое лицо платком. Видны одни глаза. Джимми вскакивает и поет, танцует вокруг нее, чтобы сказать, как красивы ее глаза. Джимми влюблен раз и навсегда. Джимми говорит своей красавице: Давай убежим на край света, и ты станешь моей женой. Нет. Твои родители бедны, не выйдут тебя замуж. Джимми становится грустным, он сидит на земле, опустив голову. Крупный план на его руки, и мы видим, что-то мы должны увидеть. Родинку мы должны увидеть, похоже. Так. В это время по улице идет крупный индиец, явно богатый. Рюкзачок-то увесистый, ага, успешный и довольный собой. Он гордо вышагивает, несмотря под ноги спотыкается о ногу бедного Джимми. Джимми помогает богачу подняться. Да как ты посмел? Сидеть на дороге, на которой я иду. Ты сгниешь... Сидеть на дороге, на которой я иду. Ты сгниешь в тюрьме за это. Ты сгниешь в тюрьме за это. Богач замахивается рукой на Джимми. И у него тоже, и у него там тоже родинка. Откуда у тебя эта родинка? Ты спрашиваешь. Откуда у тебя эта родинка? А я вообще не знаю, но у меня с рождения. А у меня с рождения. Я сирота. Да. Брат, мой потерянный брат. Танцуют. Из угла появляется красавица, в которую влюбился... Да, громче, да. И все радостно обнимаются, танцуют. Джимми, ача-ача, Джимми, ача-ача, все, конец фильма.